Наденька, ну переодевайся уже. Скоро Костик придет. Не дай бог платье увидели. Мама, это в прошлом веке. Невеста с женихом знакомилась только на свадьбе. А у нас сейчас что, мы вообще не будем видеться? Ой, сейчас бы как раньше. А то знакомиться как ненормально, а как жениться их нет. Мама, Костя есть. Да, прическу поправить не забудь. Ага, ой. Алло? А ты уже подъехал? А как, мне спуститься или ты поднимешься? Нет, нет. Нет, это не надо сегодня. А почему? Понимаешь, у меня тут со школьным сайтом громаднейшие запары. Не успеваю сегодня. Зайка. Заяц, давай в кино не сегодня. А, да. Да, не волнуйся. Хорошо, давай. Угу. Пока. Ну, зайка. Мама меня так еще никогда не называла. Ну вот и ладненько. Кость, какой же ты молодец. Из моих скучных фотографий сделать такое чудо. Научишь меня такие штуки делать? Ну, конечно. Можем сегодня и заняться. Я свободен. Дома есть фотки из Турции? Правда? Да. Я там не совсем одета. Ничего? А ничего. Ты знаешь, ничего. Ой, мама, как я его люблю. Только иногда мне кажется, что я совсем его не знаю. Ой, год встречались. Да. Заявление подали. Да. Платье вам. Не знает она. Ой, вот замуж выйдешь, изучай. Мама, как-то страшновато. Понимаю. Ой, доченька, а какие сомнения? Тебе Костик предложение сделал? Сделал. Но мне иногда кажется, что это его мама заставила мне предложение сделать. Иногда мужчин надо подтолкнуть. Поняла. Кто приходит к нам в тулупе? У кого есть борода? И кого мешок подарков согревает в холода? Кто несет свой посох грозный, разгоняя вьюгу прочь? И кому олень морозный может чем-нибудь помочь? Ну кого же мы заждались? У кого есть красный нос? Вы уже все догадались? Это дети. Дед Мороз! Дедушка Мороз, наверное, уже очень старый, поэтому нас плохо слышит. Давайте его позовем еще разок. 3, 4. Дед Мороз! Еще раз. Дедушка, где же наш дедушка? Наверное, у него что-то случилось. Я пойду посмотрю. А где Костя? Он что, не успел переодеться? Ой. Мухин, когда надо, все успевает. Угу. Не верю, что ты собирался жениться на этой серой мышке. Надя! Наступающим! Новый год ничевай, пирога покупай! Пирожки, пирожки, пирожки с капустой! Так, отлично, покупай пирожки с капустой! Новый год не зевай, пирожки с капустой покупай! Алло? Да, добрый день, Мелания. Алло, Полина, у нас трагедия. Надя из школы пришла, уволилась, закрылась. Говорит, с Костей расстались. Так, значит, глупую панику прекратить. Пусть Надежда едет ко мне в Ершовку. Да, ей нужно отвлечься, а мысли про Костю. Да не поедет она. Ну как мне ее уговорить? Как это? Ты матери не мать. Подожди. О, Господи. Ты что удумала? Я из-за Кости в школу пошла работать. Наденька. Меня с моим дипломом в аспирантуру брали, а он... Доченька, а ты погоди. Погоди. Не повторяй судьбу матери. Ради чего, мама? Он меня не любит. Ты папу простила, когда он тебя изменил? Все,
Костиком покончено. Надя. Нет больше Костиков в моей жизни. Нет. Займусь наукой. Буду в аспирантуру поступать. Доченька. Доченька, милая. Чуть-чуть, подожди. А может быть тебе уехать, а? Да куда, мама? Куда-нибудь уехать, отдохнуть, подумать. Будешь книжки читать, а? Отдохнешь, подумаешь. Мама, куда я поеду? Только в Ершовку, тете Поле. Прекрасно. Надюша, это прекрасно. Что, Макаровна, Надежда твоя приезжает? Да. А Костя это кто? Новая любовь без взаимности, да? Костя Мухин. Бывший Надин муж. А. Очень ее любил. И где же он? Что же он не приезжает, а? Помер он. Скончался скоропостижно. Пил, значит? Хватит. Нечего мне с тобой лалакать. У меня пироги остывают. Ну? Подходи. Багажник открывай, пирогами заполняй. Макарна, ты просто местный колорит. Вот пусть бы тебя Володь Долгобродов в околице снял. Да старая сама-то. Юра, ну давай быстрее, холодно. Я вон там с мужиком же договорился, ну. Холодно ему. Иди домой погрейся. Уже 2 месяца обещаешь отопление провести. Задолбал уже печку топить. Так, что ты сейчас мне мозг выносишь? Я тебе сказал, все сделаем, будет нормально. Да я просто уеду в Загорец. У меня там студия была, пейзажи снимал, творчеством занимался. Напугал. Все, давай. Уезжал бы себе в город. Угу, я поеду. Доведете меня до белого колеса. Матили, Семёныч, не зря говорят, что ты в городе квартиру, карты проиграл. Еще денег должен остаться. Говорят, в Москве кур дают. Говорят. Чего ты понимаешь в городе, деревня? Не дрыгайся, фокус сбиваешь. Фокусом сбиваешь. Наведи фокус. Пообщаемся, да? Ну, можем? Мотор, начали. Здравствуйте, мои дорогие земляки. И снова с вами этнографическая, а значит, народная программа «Околица». Ты все сидишь. Вот что ты все время эту колбасу домашнюю малюешь? Мама, это на столе она колбаса, а на холсте это натюрморт искусства. А если эту колбасу на вилочку накалю и к холсту приколю, это вообще арт-объект получится. По-современному. По-современному. Олух ты, Тимка. Я вот только что с рынка пришла. Там Володьку увидела. Ну? Ну. Так он в люди выбился. Вы маленькие вместе бегали. А он теперь телезвезда, Влад Долгобродов. Ой, тоже мне телезвезда. Из города выперли, сидит здесь, спрятался. А я, мама, художник. У меня будет все по-другому. Будет. Телевизор включи, скоро он околится. По сведениям из неофициальных источников, следствие не подтвердило версию о заказном убийстве. Смерть Константина Мухина наступила в результате обширного инфаркта. Это какой Мухин? Миллионер был найден мертвым. Глава холдинга «Золотое сечение», миллионер. Два месяца назад его нашли в ванне мертвым. В собственном доме в Ялте. Скончался скоропостижно. Это что ж получается? Надька-то теперь миллионерша? Холдинг «Золотое свечение». Вот прямо сейчас запах его чувствую. Да это белье запахло. Ой! Господи! Горит, Тим, караул! Ну, Улена Осиповна, прошу вас, расскажите. Я хочу рассказать о пользе коровьего и телячьего навоза. Очень нужная в хозяйстве вещь. Вот, например, дом помыть, посуду или детишков. А если у ребенка какая царапина, вот намазать ее навозом, и сразу лучше всякого йода. А ежели в жару станет жарко невыносимо, обмажьте себя навозом
и такая прохлада. Я однажды... Ну что ж, я хочу... Спасибо, спасибо, все. А теперь, ну вот, у меня к вам вопрос такой есть. Ну, это не для камеры просто, как между нами пообщаться так. Вот говорят, что до революции здесь были зарыты, да не ешь ты меня, какие-то ценности, или это все вранье? Ценности? Ну да. Говорят. Так. Искали многие. Угу. Не нашли ничего, брехня все это. То есть брешь все-таки? Брешь. Mm. Мужчина, вы не уходите, я вам сейчас орешков принесу. Да ну что вы, да ну я что? Быстро, да я быстро. На что? Ой, как мне все это достало. Коровы эти. Навоз. А чё ж тогда у начальства выбивал тему про деревни? Темнишь? Все проклады какие-то спрашиваешь. Да ничего я не темню. Просто интересная тема передачи могла бы получиться. Да уйди ты. Ну, или ты рассказываешь, что там задумываешь, или я собираю свои вещи и уезжаю и копаюсь в навозе один. Мне моя бабка рассказывала, что здесь, конкретно в Ершовке, местные купцы до революции решили царю сделать подарок. И ни много ни мало золотую карету. Шаришь? Но. И они ее так и сделали, отлили. Но только подарить не успели. Почему? Потому что началась революция. А клад зарыли где-то здесь, в Ершовке. Понимаешь? Да гон это полный. Да какой это гон? Как? Да я чую, что мы можем это найти. Понимаешь? Чую. Во-первых, какой информационный повод? Вот после такого репортажа, Юра, можно смело в город возвращаться. Это 100%. Короче так, компромат у меня на тебя уже есть. Значит, я в доле. Ты что, камеру не выключил? 50% моих, конечно. Дурак, что ли? 50. 25. От силы. Все, вырубай. Остановка уже давно. А глаза куда твои глядели все это время? Ой, остановитесь здесь, пожалуйста. Тут версты три, если через лес по прямой. Ну, я ж тебе говорил уже. Была карета. Ну. Золотая. Ну. Куда-то делась. Куда никто не знает. Да это все пишут. Лучше бы написали, где зарыто. Ага. И тут же бы ее нашли. Да вот ты прикинь, сколько там бабла. Да. Это можно всю жизнь не работать. Тебе лишь бы не работать, студент. О! О! Вот и звездочки наши. Какая все-таки окольчество ваше хорошее. Ну, такая жизненная. Спасибо. Угощайтесь. Да нет, о, ну, вот, спасибо, пожалуйста. Господин. Берите, берите. Я тогда два возьму. Конечно. Проглот. А вот как вы думаете, племяннице моей понравится? Она у меня такая девушка. Обязательно. Серьезная, разборчивая. Но... Кстати, Володенька, ведь вот вы интересовались историей нашего района. Ну, интересовались, конечно. Так вот, племянница моя, Надежда, она в университете писала работу по истории Загорьевского района. Угу. Вот. Так вы знаете, академики столько не знают. Что, прям серьезно писала? Серьезно? Сегодня она приезжает? Угу. Володенька, вы бы уж сегодня пришли к нам вечерком. Отдохнули бы, развлекли ее. Я боюсь, она грустить очень будет. У нас утрата такая. Ну, заходите, пожалуйста. Хорошо, ну, попозже. Всего доброго. Да, всего запишем, хорошего. Да. Спасибо, можем, спасибо. Можно. Да, да, спасибо. Пойдем. Всего счастливо, доброго, да. О, такого упустил. Чего я ничего не понимаю. Племянница, утрата какая-то. Ты серьезно? Сватает, что ли? Вов! Фиговый ты журналист. Да ладно. Уже вся деревня трещит. То, что приезжает к Макаровне. Племянница. Ну, приезжай ты, приезжай. Да, ну, Мухина, который миллионер. Стой! Девушка, вам что, делать нечего? Извините, пожалуйста, я свою остановку проехала, а мне нужно в Ершовку. Может, отбросите? Подбросьте. У меня сил не хватит вас их подбросить. Пожалуйста. Садись. Спасибо.
багажник. Там места нет, на крышу давайте. Я на крышу не поеду. Юмористка. Девушка, у меня времени нет на хихоньки да хахоньки. Держите? Да. Тебе и Новый год. Что ж, а что у вас там? Золотые слитки, что ли? Почти. Книги в основном. Осторожно! Вы откуда такая? Из Москвы. В детстве сюда приезжала. А что, незаметно? Незаметно. Садитесь. Спасибо. Понаедут тут москвички. Приехали. Стартер сдох. И что теперь? Ничего теперь. Ночевать здесь будем, девушка, ночевать. Места здесь глухие. Мимо машин не проедет. Не поможет. Никто не поможет. Блин. Правда, волки здесь шастают. Ну, может, обьемся. Да? Заодно и согреемся. Очень смешно. Значит так, я эту машину остановила, я ее толкать буду. Ага. Хотел бы я посмотреть, как вы это сделаете. Включайте заднюю передачу. Нам вообще в другую сторону. Не умничайте. Ай. Макаровна, это Надькин муж, тот, что миллионер в Ялте помер. Да, был муж, по морям ее возил, а теперь нет. О, и прям золотая невеста. Подслушивала. Да ты че? Ляпнешь кому, убью. Да я не слышал ничего, почти. Бабы, ну, Макаровне племянница ей, вдова миллионера. Да кто же не слышал-то? Я слышала, вдова миллиардера. Никакого не миллиардера. У него 300 миллионов было, не больше. Из-за этих миллионов она своего мужа и убила. Да он сам помер. Завещание оставил, я по телевизору слышала. И если за кого пойдет, то Надька ни шиша не получит. Тише. Да. Маруська. Маруська, слышала? Надька ни шиша завещание не получит. Ты что, дура, несешь-то? Ей через 3 месяца надо замуж выйти. Вон мужик ей нужен, чтоб... за миллионами следил. Сам уже это хорошо. Тут мы помор. Здрасте. Барин, вы же нас не забудьте, как миллион получите. Полина. Да? И мне люди в ноги кланяются, как барин. Ну? Рассказывай. Вся деревня гудит, что едет... что едет какая-то миллионерша. Так луж наш на рынке издевались, что Надежда не замужем. Ну, стыдоба же. Ну, я и приврала, что она вдова Мухина-миллионера. Долгобродов журналист, он известие быстро узнает. Я еще подмагну. И пусть знает, что не абы кто Надежда-то наша. Сегодня решила заделаться на старость лет. А если вранье твое вскроется? Вскроется, не вскроется. Главное сделать первый шаг. Жак, ты чего тут? Ограбить тебя решил на большой дороге. Ну, я так и понял. Помогай давай. Я вот вообще удивляюсь. Ну, как это до сих пор у него эта колымага не развалилась? Вот где только такие берут? А ты что, кому-то в гости, что ли, на Новый год приехала? Да, к тетушке двоюродной.
Полина Макаровна. Подожди, это к Макарным. Так значит, ты Надежда. Да. А откуда вы знаете? Да кто ж тебя... Ой, простите, пожалуйста. Кто же вас не знает? А, разрешите представиться. Гущин Илья. Мастер-оператор грузовых видов транспорта. Ну, если вы мастер, а что ж мы так медленно едем? Ну, я понял. Ускоряемся. Прошу вас. Ой. Аккуратней. Спасибо. Гущин, а чё мёшь тут так гнать? Чё трос не лопнул? Всё. Скажите, пожалуйста, а какие вещи ваши? Мои? Да вот две сумки. Две, да? Снимай верхнюю. Ага. Осторожнее. Аккуратней. Ой. Ой. Это нормально. Вы не ушиблись? Я надеюсь, я ничего здесь не примял. Да нет. Я сам. Давай, иди сюда, помощник. Осторожнее, тяжелый. Ай. Ну, сам так сам. Шапочку. Спасибо. Извините. Очень приятно познакомиться. До скорой встречи. Ну что, пойдемте, я вас провожу. Да, вы не забыли, что тяжелый? Помню, пойдемте. Эй! Эй, стой! Ой. Полоумный, стой! Стой! Полоумный! Надюша! Это все Волк, что ли, привез? Ну да. Ну ты смотри, он у нас бабник известный. Здрасте. Правильно. Раз бабы любят, значит, есть за что. Ну, здравствуй, племяшка. Ну-ка. Тащи, тащи чемодан. Осторожно, тяжелый. Да тащу. Ну, давай. Заходи. Сфотографировал. Угу. Молодец. 100 рублей гони. Боже, мама, а где вы тут видите красавицу? Холдинг, золотое свечение. Ты хоть понимаешь, сколько у нее денег? Да не свечение, а сечение. Мама, вообще меня деньги не интересуют. Не интересуют? А тогда гони мою 100-рублевку, которую я только что за эту фотографию отдала. А, вот так вот. Вот и весь твой аргумент. Ну, Надька-то, конечно, неказистая. Слушай, мама, а знаешь, что я только что сообразил? Она ведь живет в Москве. У нее был богатый муж. Значит, у нее очень много знакомых галеристов. Да? А кто это? Мама, у каждого художника должна быть своя галерея, которая верит в него. Сначала продадут одну картину, потом другую, потом выставка. И ты уже знаменит, мама! Чё-то ты темнишь, Илюха. Нарядиться вон решил. Ну-ка, давай колись. Слыхала? К Макарне племянница приехала. Надюх-то? Ой, вранье. Она ж теперь это, вдова этого, раз такая сюда поедет. У меня уже был с ней контакт. Личный. В кабине моего самосвала. Как в двигателе внутреннего сгорания. Щах! Зажигание. Обоюдное. С увеличением скорости. Вначале мы с тобой прогуливаемся по деревне, потом беседуем, потом поближе узнаем друг друга. Гущин, ты с дуба рухнул? Не надо подслушивать. Ты пойми, я тренируюсь. Тут же, ну, все непросто. Чего тут все непросто? Я твоей Валентине быстро все расскажу. Непросто у него.
А вот Валентиной попрекать меня не надо. Я, между прочим, уже давным-давно бы на ней бы женился. Угу. Так ну она же колеблется. Алло? Гриша, ты скоро приедешь-то? Дело у меня тебе есть. Да. Невеста тебе богатую нашла. Только претендентов уже много. Так что ты давай это. Быстрее приезжай. Надюш, ну иди давай, а то стынет все. Иду, иду. Так, сколько времени? Ага, дед, пульт дай. Так, ой, очень спасибо. Хорошо. Сейчас что-нибудь посмотрим. О! Околица. В нашем сегодняшнем репортаже мы расскажем о народных промыслах, которые... А это звездочка наша, Долгобродов. Сам он родом из райцентра, из Загорьевского. Ну, на каникулы приезжал к бабке. А в прошлом году бабка приставилась. А я его помню. Он со старшими пацанами все гулял. Такой городской пижон. Точно. Ой! Кто это? Для аппетита. Сейчас открою. Сейчас. О, можно? Конечно! Спасибо. Гости дорогие, заходите. Раздевайтесь, раздевайтесь. Да ничего, потихонечку. Хозяюшка! Прошу. Молочка не дадите усталым путникам? Конечно, садитесь, располагайтесь. Спасибо. Дед, добрый. Давай. Сгоняй за молочком быстро. Ага. Садитесь, садитесь. Спасибо, садитесь. Спасибо. Вот. Добрый вечер. Так, здравствуйте. Давай. Вечер добрый. Да-да. Шляп сними. Сними шляпу. Молодец. А мы вас только что по телевизору видели. Ну, что ж, приятно, приятно, спасибо. Но это, так сказать, запись. Да, Юра? До прямого эфира нам пока далековато. Это мечты. Вот, познакомьтесь, Юрий, кстати. Наш местный гений изображения. А я Владимир. Надежда, очень приятно. Мне тоже. А вас разве не Влад зовут? Ну, Влад — это псевдоним, так сказать. А-а-а. Да, а так для своих Володя. Просто Володя. Платон, диалоги. Великий был человек. Что, вы Платона читали? Ну, конечно, а как же. Как-то он написал, если не ошибаюсь, хорошее начало – это уже половина дела. А вы вообще надолго к нам? Пока не знаю. Жаль. Жаль, что не знаете, Надежда. Потому что у нас здесь замечательные места. Да. Каждая поляна – как машина времени. Выходишь? И ощущение, что ты уже в прошлом, да. Но от культурной цивилизации мы, так сказать, тоже не отстаем. У нас здесь есть пансионат возле Синего озера. Носит великое название «Слобода». Да. Там, так сказать, местный культурный центр. И танцы по вечерам иногда в трактире случаются. Увлекательно. И мы вас приглашаем. Да, мы вас... приглашаем. Кушай, Юрочка, кушай. Спасибо. Всегда рада. Ну что ж, засиделись гости дорогие. Молочка выпейте на дорожку, а нам спать пора. Ну, Надежда, было приятно познакомиться. Нам пора. Всего доброго. Был рад знакомству. О, молочко. Молочко. Козье молочко, но запаха никакого. Да, действительно, да. Никакого. Хотя козье. Наденька, а вы уж не уезжайте так скоро. Ну, погостите подольше. Порадуйте нас своим присутствием. Да. Еще раз был рад знакомству. Приятного вечера. Всего доброго. Юра, на выход. Иду, иду. Ой, ой. Спасибо. Вот люблю я, вот это. Все. Спасибо. Спасибо. До свидания, до свидания. Слушай, а ты тоже ему понравилась? Что значит тоже? Да, невеста крепкий орешек оказалась. Голыми руками ее просто так
Не возьмешь. Надо менять план, студент. Фу. Да ладно, давай. Как ты вообще можешь пить эту гадость? Лучше молоко. Слушай, твоя эта невеста вообще не похожа на миллионершу. Не-не-не-не-не. Ты так не говори. Да ладно. Она пытается быть веселой, правильно? Да. Сидит, а глаза-то? Глаза грустные. Грустные. Понимаешь, потом эту шаль на себя накинула. Цвет какой? Фиолетовый. А фиолетовый цвет это что? Вдовий, студент. Учись. Ой, господи. Да погоди. А Платон, ты где шпарить так научился-то, а? Да какой шпарить? Мне Макарна все уши прожужжала, что она его читает. Я вот что думаю. Знаешь, что нужно сделать? Нужно заняться невестой. А на Крит она нас выведет. По-любому. Почему? Потому что Макарна мне сказала, что она знает местную историю. А карета где-то здесь, в Ершовке. Чую. Найдем. По-любому найдем. Давай, давай. Дон Жуан. Давай, студент. Не, бабы, не. Одета скромненько, ни ног на богатую, не похож. Не похож. Так же куром на смех одела, ну, я видела. Ну, я тебе говорю. Нет. Девки, видать, мужик у ей скупой был. Никакого шарма нет. Чего? Я б такую не взял. Ой, девушка. Девки, я так думаю, любовницев молодых надевал. Молоденьких, моделей. А ей, видать, одни обноски. Я посмотрела, девки, срам один. Курчонка коротенькая. Но мы-то видали олигарх. Ты-то точно повидала, телезвезда. Здрасте, а вы кто? Здрасте. Тимотео Петров, живописец. Тимотео? Ну, можно просто Тимофей. А, я вспомнила. Вы в детстве с Долгобродовым гуляли, да? Вы, наверное, за молоком? Сейчас позову. Нет, подождите, я хотел бы вас пригласить для того, чтобы написать ваш портрет. Эскиз я уже сделал, вот. А почему вы решили написать мой портрет? Ну, потому что вы прекрасны. Я-то? Надюха! Это! Ой! Привет! Я как узнала, сразу к тебе. Слушай, я магаз закрыла, пойдем погуляем, а? Ну, мне переодеться надо. Да тебе так хорошо. Сейчас. С портретом не получится, извините. Лучше подруга пришла. Ты с этим Тимофеем-то поаккуратней. Он голову задурит, пару раз нарисует, а толку нуль. И зараза! Красота! Тишина. Ой. Ой, это сейчас. А вечером тут фонари горят, народ полно. Сама увидишь. Слушай, а ты брата моего помнишь, Гришку, а? Ну, смутно, он уже старше. Ой, Гришка классный. Он в городе живет, а тут так, потусоваться только приезжает. Ты, кстати, на Тимофея этого внимания не обращай, он нелепый. И Гущин, кстати, тоже. Да они такие забавные. Один художник, второй, как же он сказал, мастер-оператор грузового транспорта. Ой, да ну, тети оба. Один еще в детстве все стены в школе изрисовал своей этой живописью. Сейчас каким-то клубом заведует, никому не нужным. А у второй так вообще. У него баба есть. Да? Да, Валентина зовут. Она в медпункте работает. Они все никак не поженятся, хотя взаимно страдают. То ли дело Гришка. Значит, летом он в футбол, зимой на квадриках, на снегоходах, понимаешь? Он спортивный, он любит экстрим, он еще и зарабатывает. Он мне телефон навороченный подарил. Такой только у Волкова есть. Подожди, да. Какого Волкова? Который на старом драндулете ездит с коробками? Ой, он на этой развалюхе только на рынок за товаром ездит. Все чинит ее, чинит, родная говорит ему. А это, между прочим, вот это вот все, вот это же все его. Да? Да, это его база отдыха, вот там трактир есть, Слобода называется. Тут райцентр весь съезжается на праздники, модное место. Ты что же он у вас, местный магнат, что ли? Ой, да ну, странный какой-то, жены у него нет. Он для наших халявщиков отдельный стол накрывает, детей и стариков бесплатно кормит, прикинь. Ну что, молодец. Он бабник. Гришка по-любому лучше. Что вы делаете? Бежим, шухер! Стой! Ай! Вы что делаете?
Это же электричество! Так, где у вас взрослые? Ну, пошли. Нет, ты что, не знаешь, что с электричеством играть нельзя? Ты понимаешь, что это опасно или нет? Пустите меня! Ты меня слышишь? Так, что здесь происходит, а? Нет, это вы мне объясните, что здесь происходит. Почему у вас дети без присмотра залезли на крышу и вешают электрические гирлянды? Это опасно! Здрасте! А я есть при чем? А чье это все? Это вы здесь местный магнат. А если бы его током ударил, хорошо только сгоротило. Евгений Александрович, я вам звоню, у вас телефон отключен. Ну? Здрасте, у нас там ЧП. Что случилось? Вы шампанское для голубого огонька привезли, так шеф-повар уже третью бутылку открывает. Ну, Ваня. Гений кулинарный. А вы куда? Электричество отключать. Вот куда. Нормально. Стой! Подожди-ка. А где я могу найти Тимофея? А тебе зачем? Он обещал мой портрет нарисовать. Здорово. А возьмешь нас с собой? А что, здесь вообще заняться нечем? Сейчас же каникулы. Скучно. Интернета нету. Свет! Слушай, у меня тут идея. У тебя в магазине есть карандаши и альбомы на рисование? Надик, ну ты что, мы ж гуляем. Слушай, ну не последний раз гуляем, я же не завтра уезжаю. Надо детей хоть развлечь чем-нибудь. Пошли? Пошли. Тимофей, а можно на ваш рисунок посмотреть одним глазком? Ну, пока это только эскиз. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Ой, а разве я такая? Ну, что вы в жизни гораздо красивее. Просто у меня не хватит таланта это передать. Ну, что ж, на сегодня, ребята, все. Давайте скажем Тимофею спасибо. Спасибо! Молодцы. Ой, как красиво! Спасибо ой, большое! Красота! Санки, отдай! Юра! Мать тебе, санки отдай завтра санки. Получат! Юра! Иди отсюда! Иди отсюда! Юра, она идет! Парни. Так, стоять! Санки, что отдай. Происходит? Да. Сотенную гони! Вот ты, малой вымогатель, а! Так, вот, чтоб я тебя до завтрашнего дня не видел! Санки вернем! Все, давай, чеши отсюда! Смотри! Да-да-да! Ее лицо должно быть крупно в кадре, понял? Света мало! Да бог с ним со светом! Давай, Юрочка, давай. Давай, родной, давай! Давай! Добрый вечер, Надежда. Добрый вечер, Владимир. А что вы здесь делаете? А вот приехал украсть прекрасную принцессу. Ну, Бополя, точнее, Полина Макаровна сказала, что вы здесь, я вот и... Да, я как раз домой собралась. А давайте мы туда не пойдем, а поедем. На санках? Конечно, вспомним детство. Прошу, прошу, ой, садитесь. Спасибо. Пока не за что. Держимся. Ай! Да, держитесь, здесь круто, знаешь. Ой, Надежда, у нас ведь здесь очень много замечательных легендарных мест. Вот там, например, есть и Горкин луг. Там земляничный ручей, куда мы сейчас едем. Вот откуда вы пришли, там есть старая часовня. Да, я знаю, очень красивая история про княжну. Мне тетушка Поля в детстве рассказывала вместо сказки. Совершенно верно. Ну так а что же вам мешает это все рассказать? У нас передача в околице. Да и так все знают. Ну, есть же много других интересных легенд, например, про золотую карету. Да, кстати, в архиве наткнулся письмо Семилетова. Так, интересно, и что? Ну, он пишет, что на самом деле золотую карету распилили на части и спрятали где-то у нас в Ершовке. Да. То есть люди правду говорят? Наверное. Ох, интересный собеседник, Надежда, держитесь! Оп! Ой, тихо! Наденька, простите меня, дурака неуклюжего. Не ушиблись? Да нет, немножко. Ой, извините меня, ради бога. Ничего. Надежда, ну, может быть, мы все-таки с вами, ну, я имею в виду, телефонами обменяемся. Ну, может, вы меня до дома проводите? Я попробую. Без риска для жизни. Хорошо. Да. А скользко, аккуратно. Спасибо. Так. Ну, сейчас. Распорочку из сарая принесу и елочку поставлю. Дед, а ты когда будешь освобождать свой хламник? В сарае все завалено. Зима же. Весной вот все разберу. Нет, и заодно тебе под пол вырую. Никаких весной.
А что? Вот сейчас морозы настанут, а у меня погреба нет. Значит так, чтобы до Нового года сарайку освободил. Иначе вот ты у меня получишь, а не пирожки. Да. А? Понял? Угу. Отлично. Немного ускорения. Карета подана. Наденька. Спасибо. А знаете, Надежда, я был бы вам очень признателен, если бы вы все-таки, конечно, были гостями моей программы. Владимир, спасибо вам большое за прогулку. А мне сейчас пора домой. Тетя с дядей меня уже заждались. Да, ну. Ты чего? Сдурнел, что ли? Это стекло. Разобьешь. Захарь, ну ладно, ругаться-то. Ну, ладно, ругаться. Ну, снег-то мягкий, ну. Рыхлый, лепится хорошо. Я без леденок, реально. Но. А. Ну, если мягкий, без леденок, можно. Погодка-то сегодня, да? Просто шепчет. Да. Эх, если бы все зима была такая, было бы хорошо. Вы, говорят, историей интересуетесь, из дореволюционной этой купеческой жизни. Ну, история. Ну да, ну интересно просто, я подумал. Вот. А вы слыхали такую историю, мне батя рассказывал, про золотую карету? Слыхали? Ну, как слыхал? Что-то частично, краем уха, ну так, в общих чертах. Вот это была вещь. Всем каретам карета из чистого золота. Да? А, Захарыч, а? Я, ну, так а что с каретой-то? С каретой? Ну да, история. В чем? А, в чем история-то? Ну, значит, вот такая версия была. Разобрали ее по частям. Так. Накидали в сарай. Она в сарае спрятана была, что за нашим огородом. Ваш сарай? Ваш, да. Да. Ваш, конечно. И забросали всяким хламом. Чуть ли не под самый потолок. Так. Вот, а потом советская власть. Потом я забыл. Потом радикулит. Стал лечить. Ага. Вот. Так, а вы заходите? А, крепко сплю теперь. А не выкопали, потому что советскую власть боялись? Да. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи. Сарай. О, какой завод. Нет, слушай, я убирать этот хлам не собираюсь. Подожди, 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 студент, смотри, сколько дров. Ну? На зиму наберем, нормально будет. Ух ты, да. На-ка. Металлоискатель? Естественно. Это ж подсудное дело. Да ладно, какое... О, подсудное. Во-первых, никто не увидит, никто не заметит, правильно? Деньги, ты же никому не скажешь. Я в авантюру очередной. Да ладно, ладно, глаза ведь боятся, руки делать. А Захарыч у нас спит крепко. Нормально, поехали. Пол здесь разобрать, все остальное фигня. Большое что? Молодец, студент! А? Молодец, где? Вот тут. Где нашел? По центру. Подожди, подожди. Давай. Вот она, родненькая. Знаешь, сколько в этой байде золота? Не нужна нам будет невеста, ни золота, ни платья. Копай, давай, копай. А? Ну-ка, сейчас подцепи. Давай. А? Так, стоп, а? Тормози. Давай. Ну чё,
идет. Сейчас. Давай, давай. На свет. Подожди. Чуть я не понял. Черт понимает. Ну, золото ведь не оживить, по-моему, да? Нет, конечно. Ну, дед, твоя дивизия. Ну что, 1-0. В пользу деда. Искал клад, забирай. Себе оставь 50%. Коробку чипсов я привез. Там считай сколько и запиши в общем. Хорошо. Следи за Ваней. Никакого спиртного ему. Извините, я вас ненадолго отвлеку. Можно? Здрасте, Надя. Чаю хотите? Нет. Нет. Тогда давайте перейдем на ты. Давайте. Хотя, ну, я по делу. Мы вчера с детьми занимались рисованием. Так. И я подумала, может, вы этими рисунками украсите вашу слободу? Детям было бы приятно. О. Да, что-нибудь придумаем, сделаем. Да. Они мне рассказывали, что вы вчера с ними занимались. Обычно к нам приезжают, знаете, раны залечивать, всякие брошенки. А тут? Ну, вы не очень-то деликатны. Я приехала готовиться в аспирантуру. Что ж, спасибо за внимание. Я что-то не так сказал? Придешься, не придем. Привет. Золотая рессора. Надо было так поверить. Ну чё, за тут дров набрали на халяву. На первое время хватит. Валить надо. О, сгинем мы здесь. Не сгинем, не боись. Здесь она где-то, я чую. Здесь. Ну, подумаешь. Первая попытка провалилась. Ничего, будет вторая. Да что ж ты, ядрёный на макарон, ты не держишься. Уеду. Слушай, я уж уеду точно. Куда ты уедешь? А голубой огонек кто будет снимать? Начальству будет интересно, куда оператор делся. Ты уж меня это остановит? Слушай, у тебя в школе, наверное, погоняло нытик было, да? Че-че? Слушай. Студент. У нас есть что? А что? Правильно. Золотая невеста у нас есть с тобой. Смотри и учись. Алло, Владимир, здравствуйте, это я. Владимир, узнали меня? Владимир, ну, конечно, я вас узнала. Я как раз обдумаю ваше предложение об участии в передаче. О, все, больше ничего не говорите. Это уже очень много. Вы знаете, у меня к вам есть другое предложение, подкупающее своей новизной, так сказать. Сегодня голубой огонек. Хотите пойти со мной? Это в как ее... А в слободу? В слободу, совершенно верно. Ну ладно, договорились. Ну, все, Наденька, я тогда вас буду ждать с нетерпением. Эх, а надеть-то мне нечего. Пошли, пошли. Ну и куда ты меня опять повел, хрыч ленивый? Опять будешь уговаривать подождать? Я тебе сказала, немедленно освободи сарайку. Ладно, ладно. Освободи ее. Давай, давай. О, когда успел-то? Всю ночь дрыг без задних ног. И даже под пол успел выкопать. Надо только углубить. А это что? А это мне не под силу. Потом уберу. Угу. Но... Заслужил оладьи на завтрак, а? Ладно, не нахальничай оладьи ему. Вот что, Захарыч, сейчас надо о елке позаботиться. Ну, мать, ты меня совсем уже замучил.
А что это ты нарядиться-то решила? Меня пригласили на голубой огонек. Долгобродов, что ли? Да. Ну, я так и знала, а. А мне он нравится. Такой галантный кавалер. За мной никогда такие мужчины не ухаживали. Подожди, а как это так не ухаживали-то? А этот? А Мухин твой? Костя? Ну да. А откуда ты про него знаешь? Все знают. Ох, тетя Поля, я для него всегда серой мышкой была. Да он сам не принц. А тут журналист, телеведущий, такой внимательный, образованный, читал Платона. Ты влюбилась, что ли? Не знаю. Он такой внимательный, позвонил, пригласил. А я посмотрела на свой гардероб. У меня такая одежда только в поход идти, а не на голубой огонек. А вот ради Гришки тебе вообще ничего не пришлось покупать. Он бы тебе сам все купил. Едва знакомый мужчина не должен ничего покупать. Это пошло. Ты что, не понимаешь? А у тебя ничего поинтереснее нет? А как же? Вот. Пальто. Свет, ты издеваешься, да? А чё? Ясно. Спасибо, подруга. Ты со мной так раньше не разговаривала. Ладно, поеду в Загорьевск. Может быть, там что-нибудь успею купить. Спасибо. Ну иди. Ишь ты, Долгобродова ей. Не обломится! Нет, Юрка, надо ее как-то прощупать. А что, миллионерша на ощупь? Совсем другие. Как смешно, Юра. Не остри, тебе не идет. Че ты взъелся-то? Да то я взъелся. За такие шутки в зубах бывают промежутки. Допрыгаешься когда-нибудь, я гребешь по полной программе. Вот попомни мое слово. И нарисованные руки убрал. Ты фотографию мою выучить ты же должен был. Понял? Юра, беги. Долгобродов, а это ты от нас, что ли, под столом прячешься? Или нам показалось? Да, да нет, показалось, конечно, вот ложка упала. Я, ну и что, поднял? Поднял, да. Молодец. Парни, а что вы пришли-то? Вы же мне отсрочку вроде дали. Знаешь, Новый год надо вступать с чистой совестью. И кредитной историей. Ребят, это что, лихие 90-е? Бандиты выбивают деньги? А мы не бандиты. Мы коллекторы. Понял? Мы частные приставы, понял? Техасские рейнджеры. А это что, типа? Сарказм, да? Ребят, тихо-тихо, вы не обращайте внимания, он дебил. В смысле, у него шутки дебильные, он не понимает, с кем сейчас разговаривает. Не понимаешь, ты сейчас с кем-то разговариваешь. Это юмор! Да, КВН местный. А, это юмор. Слушай, мы очень любим юмор. Мы очень любим юмор! Но в меру. Пойдем, поговорим. Куда юмор будем? Тянься меня туда, ребята. Дубиной будем юмор из тебя выбивать. Денег нету, но есть идея. Идея есть гениальная. Выслушайте меня. Есть вдова Мухина, она мультимиллионерша. У нее денег куры не клюют. Сейчас. Говори. У нас, в общем, кое-какой контакт наладился. И конкретнее. Ну, если она выйдет за меня замуж, я вам отдам все деньги, честное слово. Только мне нужно время. Ну, чем докажешь? А вот. Ему на мыло скинут фото миллионера Мухина с женой, и вы прочтете заметку, там все написано, что она мультимиллионерша и все дела. Слышь, ну смотри, если ты нас опять кинуть решил. Не-не-не, ну что вы, я же вижу, что вы такие серьезные ребята, ну куда? Ну ладно, ладно. Мы часик через два вернемся. Ну, ты чайку пока там попей. Да-да. И не дай тебе Бог включить задний. Вот не дай тебе Бог! Не, ну что вы? Понял? Я понял. Только смотри передний. У меня. Ты чё говорил? Какой друг? Какой мне на почту? Ты вместо того, чтобы выёживаться, лучше думай, сиди!
Что думать? Ты влип. Я влип? Сейчас не я влип, сейчас мы с тобой уже оба влипли. А ты можешь взять фотографию Нади и представить ее к Мухину? Да плевое дело. Точно? Да, конечно. Давай, Юра. О, где Надежда? Занимается? Да. Надежда в город уехала. Вечером с Долгобродовым у них голубой огонек. Правда? Ага. Слушай, а вот ты как будто не рад, а? А что радоваться-то? Ну как же? Ну, мне хлыщен. Противный до невозможности. Ну. Так. А вот Волков это парень стоящий. Ой. Ой. Что такое? Спину пригладил. Волков бабник. И не пара он ей. Господи, давай, ой. Давай, присядь. Вот так вот. О. Так ну, что ж ты меня так развернишь? Ты больно. Вот, вот, хорошо. Вот совсем бабник, бабы, другого не знает. Знаешь что, я сейчас... Тихо, тихо. Я сейчас к Валентине сбегаю, у нее мазь для растирки возьму. Ой. И самой мне надо тоже поколоться сердце, а то сплошные волнения. Сердце. Нет у тебя сердца. И ума, кстати. Да хватит трепаться-то. Долгобродов – самый хороший вариант. Все, пошла. Долгобродов. Город? Ну, да, пытаюсь забраться. Садись, я тоже. Да нет, спасибо, я сама как-нибудь доеду. Ну вот, а то бы до вечера добиралась до города. Слушай, ты извини меня за то, что я утром ляпнул. Насчет брошенки. Ну что ты опять? Все проехали, забыли. Ну, проехали, значит, проехали. Чего в город едешь? Кое-что купить надо. Может быть, красивое платье. Зачем тебе? У тебя вроде и так все нормально. Ну, если я еду, значит, не надо. Просто магазин могу посоветовать. Спасибо большое за помощь, Женя, но с платьями, я думаю, как-нибудь сама разберусь. Ну да, ты же знаток Загорьевска. Древнего. Угу. Валентина, я тебе сейчас кое-что расскажу, но ты, прежде чем драться, пойми. Мне кроме тебя никого не надо. Что ты мне голову морочишь? Женись, пока я согласна. Вот. Вот об этом я и хочу с тобой поговорить. В общем, я решил жениться. Посмотри. Вот по вот этому брачному контракту мы распишемся. С Надеждой. Что? С какой Надеждой? У тебя еще Надежда есть? Что с какой это? Надеждой ты собираешься? Потом сразу развод. Сразу. И на ее супружеский долг я не претендую. Здесь все прописано. Почитай. Ты что, пил? Нет. Давление в норме. Ну нет. Ты только дослушай. Полагаются солидные деньги. После развода мне, ну, нам. 23 500 рублей. Ой. Да. На крышу починить хватит. А что ты решил? Что она на это пойдет? Потому что я знаю, у этой золотой невесты есть секрет. Ей нужно срочно выйти замуж. Валенька, ты даешь добро? Ладно. Хорошо. Только на супружеский долг ты. Не претендую ни в коем случае. Только чистые, светлые отношения ждут нас с тобой впереди. Тебе очень хорошо. Да? Правда. Ты так думаешь?
Ну, надо брать. Дороговато, я должна подумать. Ну что, сколько? Да, я думала, что у меня больше денег. $25 000. Ну как? Вы знаете, я, наверное, подумаю еще. А у нас новогодние скидки 90%. Вам посчитать? Ничего себе. Да, посчитайте. 2530 рублей. Надь, надо брать. За все? Да. Ну, тогда, пожалуй, я определилась. Давайте я упакую. Еще. Тебе страшно повезло. Да. Здесь такое бывает, правда, 90%. Ну, Новый год. Мне еще на укладку останется. Кстати, по поводу укладки. Здесь за углом есть салон красоты, называется Кристина. Придешь туда, спросишь Кристину, скажешь от меня. Время, Юра. Готово. Да. Ну-ка. Юрка, слушай, прям как живая. Гениально. Ты гений. Юра, во! Выиграли время, ты главное. А. Давай. Присаживайся, ребят. Ну давай, давай. Показывай. Юрочка, покажи, пожалуйста. Чего у тебя там? Ого. Да, вот это вот и есть сам Мухин, а это его жена, ну, в смысле, давай теперь. Мультимиллионерша. А? Я с ней на огонек иду. У нас с ней там кое-какой контакт, и все будет нормально. Слышь? Ну, это типа Мухин. Ну, и что будем делать? Ну, я не знаю. Ну, давай, ну, за ним, ну, последим так, для порядка. А? Давай. Ну, давай. Показывай. Ну, где у вас огонек? Мне отсюда пацаном мы увезли на север. Там я вырос, учился, женился. Потом, когда с женой развелся, сюда вернулся обратно. Зализывать раны? Ну да, зализывать раны. На работу устроился. В убыточный пансионат. Вот. Ну, только потому, что туда никто не хотел идти работать. Приватизировал. Вот, она на личном как-то все и клеится. У меня тоже есть своя грустная история. Один человек меня предал. Сейчас я понимаю, что это была странная любовь, странные отношения. Подожди, любовь или отношения? Я поняла. Ну, это немного разные вещи. Отношения от головы, а любовь, вопреки всему. Такой любви сейчас нет. Оля. Ну, хорошо, скажи мне, как бабник, как мужчина, если он не любит, может сделать предложение, а через месяц предать? Как бабник? Тебя здесь все считают бабником. Меня как? Ты не знал? Бабник, ну что за люди, а? Ну почему, если мужчина приезжает в деревню, живет здесь 5 лет и за это время ничего не женился, значит сразу бабник? Тогда у меня тебе встречный вопрос. Как может женщина выйти замуж, а через месяц изменить? Мне кажется, нам с тобой нужно забыть все, что было, и попытаться начать что-то новое. Ну, я пытаюсь начать все
заново. У нас сегодня вечером в Слободе будет голубой огонек. Угу. Я хотел бы тебя туда пригласить и буду очень рад тебя там видеть. Хорошо, я обязательно приду. Здравствуйте, Александр Захарович, Полина Макаровна. Слушай, Илья, чё ты так вот вырядился? Чё вырядился-то? Принял я решение, так сказать, положить финал своему непредвзятому существованию. А, помирать, что ли, собрался? Нет. Нет. Имею намерение так сделать предложение племяннице вашей. Посвататься хочешь? Люди говорят, для того, чтобы получить наследство, племянница ваша, Надюшенька, должна выйти замуж в течение 3 месяцев обязательно. Наша? Ваша. С чего это? Добился? Нет. Вы поймите, ситуация позволяет повернуть обстоятельства к обоюдной для нас с вами выгоде. Так вот я хочу, чтобы, понимаете, чтобы... 23 500 рублей. Откуда вы знаете? А вот это видал? Свободен. О, ой, как тебе и надо. Ваня! Ау. Иди сюда. Иду. Что, значит, смотри, сегодня у меня будут особые гости. А-а-а. Так что смотри, не запей. Положи шампанское. Евгений Александрович, ну сколько можно вспоминать? Ну, выпил пару шампусиков. Зато кухня работает, как швейцарские часы. Тебе до швейцарских часов, как от Ершовки до самой Швейцарии. Будет все нормально, получишь 2 выходных. Три. Вань, 3 – это уже запой. Ну, 2 так 2. Все, дуй. Галь, в общем, съезди и купи мне букет цветов. Галь, ну какая разница для кого? Мне нужен нежный для девушки букет цветов. А то аспирантура. Одно другому не мешает. Да. Мать, ау. Чего-то не хватает. Чего не хватает? Понимал бы чего. Забыла, что ли? О! Сейчас, минуточку. Вот, это мне дед подарил, когда мне было столько лет, сколько тебе. Какая красивая, винтаж. Это ты у меня красивая. Ты всех на праздники сразишь. А вы точно не пойдете? Да, конечно, не пойдем, но у деда спина заболела. Прихватила. Ну да. С наступающим. Да. Счастья, здоровья. В следующем году. Спасибо. А тебе в следующем году мужа хорошего, знаменитого. Чтобы был начальником базы отдыха. Да хватит болтать-то. Ну, давай. С Богом. Привет, подруга. Классный прикид, дорогущий. В райцентре не то, что в моем магазе, да? Там 90% скидки было. А тебя кто возил? Волков. Не было никакой скидки. Что? Да Волков тебе все купил. Это же 25 тысяч стоит.
А Ленку, продавщицу подругу мою, подговорил, чтобы тебе про скидку сказал. А зачем он это сделал? А он всегда так делает. Сначала шматьем заманивает, потом спит и бросает. Ладно, подруга, пойду я. Красотун. Галь, подержи. Я здесь. Владимир, с наступающим. Взаимно. Ну, шикарно выглядишь. Просто шикарно. Спасибо. Очень красиво. С наступающим. Пойдем, я тебя с Дедом Морозом познакомлю. Пойдем. Дорогие друзья, по сложившейся традиции первое слово предоставляется нашему руководителю. Свой тост он скажет чуть позднее. Поэтому я с удовольствием приглашаю на эту сцену нашего знаменитого гостя. От Загорьевского телевидения вас поздравит Влад Долгобродов. Хорошо. Спасибо, дорогие. Спасибо, Дедушка Мороз. Неожиданно, но приятно. До прекрасного праздника под названием Новый год осталось всего-навсего 20 секунд. Хочу вам пожелать, чтобы на вашем жизненном пути встречалось как можно меньше преград и препятствий. И пожелать вам, конечно, крепкого здоровья и большой любви. А сейчас, внимание, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Мамочка, 4, с наступающим 3, тебя Новым годом! 2, здоровья тебе, 1, счастья! Я тебя очень люблю! А давайте потанцуем. Такой праздник. С Новым годом. Будьте здоровы. Будьте. А, Наденька, с Новым годом. С Новым годом. Уважаемый, ну неужели вы не видите, что дама уже ангажирована? Я прошу вас, пожалуйста, будьте добры. А? Ну что, я тебя поздравляю. Желаю тебе большой, чистой и откровенной любви. Володя, ты не слишком торопишься? Нет, потому что Новый год, новая жизнь, новое счастье. Даже, может быть, новая семья. Разоделся-то. Ну, если у нас ничего не получилось, замужеством, женитьбой, может, вы мне дадите в долг? 23 500 рублей. Какая точность. Я бы с удовольствием, только у меня нет. Да. Нет, ну значит. Нет. Зажало, да? Наследство! Что происходит? Надю, сейчас. Вы знаете, уважаемый, по-моему, вы немного перегрелись. Да, идите. Вы так хорошо танцевали, идите потанцуйте. Давайте. Да. Вот там в обратную сторону. Вот. Ни рубля! Иди ты! Ни рубля не дала! Не обращай внимания. Кубердяйка! Так. А есть он вообще миллион-то? Да не наследница она. Илюша, может быть, сейчас узнаю. Ты погоди. Приврала, видать, Макарна-то. Приврала. А я сразу сказал, что не похожа она на миллионершу. Володя, я хочу уйти. Ика. Надюш, ну, пожалуйста, я прошу тебя, ну, побудь еще. Да можешь ты сказать, золотая ты вдова или нет? Да вы что, здесь все с ума посходили? Какая я вдова? Надь, подожди. Господа, ну что вы делаете? Ну, Новый год же. На, держи. Аферистка! Да, Надя, подожди, послушай, пожалуйста, послушай, ну подожди. Папарацци, хватит! Хватит! Снимайте! Погоди уже!
Послушай, баба Поля сказала по поводу того, что ты являешься вдовой Мухина. И чтобы тебе получить его состояние, тебе также срочно сейчас нужно выйти замуж. Вот и все. Тетя Поля обо мне? Да. Зачем? Ну, я не знаю. Ну, может быть, она и не это имела в виду, но в деревне разнесли так. Вот и все, Надя. То есть тебе тоже нужны мои миллионы? Да нет, ну зачем? Зачем так? Ну почему миллион? Ну просто если бы у меня бы было больше времени, я бы за тобой ухаживал нормально, медленно, конфетно-букетный период. Тебе что, шампанское в голову ударило? Надь, 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 пожалуйста, послушай меня, я тебя очень прошу. Маленькая Толика, пойми меня сейчас, маленькая часть твоего состояния может реально спасти мою жизнь. Я тебе правду говорю, правду. То есть ты за мной ухаживал, потому что я золотая невеста? Да. Какая же я дура! Да нет, Надь, 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 ну послушай, ты вдова или нет? Ты хочешь знать правду? Да. Хорошо, раз ты так. Правда, Костя Мухин от меня ушел. Но ни копейки из моих миллионов ты не получишь. Надь, Надь. Все бабы стервы. Не все. Ты кто? Я Светлана. Светлана? Появилась как черт в юбке. Во гад, а. Я уезжаю, не могу здесь больше оставаться, меня били. Оператор, гад, уехал. Да ничего, раньше утра не уедет, автобусов же нет. А ведь действительно, нет. А ты? Смышленая, очень сообразительная. Я могу быть разной. Мне надо поговорить с вами. В деревне разделились мнения на ваш счет. Что ты хочешь узнать? Невеста есть какой пробы? Мне это не важно. Я сначала подумал, ну, богатая вдова со связями. А потом, когда начал тебя рисовать, я понял, что это не главное, а главная душа. И прости меня, я... Кажется, я люблю тебя. Нет, это точно. Я уверен. Тимоша, ты не меня любишь, а придуманный образ. Надя, нет, Надя. Просто ты сам этого не понимаешь, прости. Мне нужно идти. Недосягаемая. Ну, что, спать пойдем? Или Надежду дождемся? Ну, через поле. Да? Вы учудили. Что такое? Я, оказывается, вдова миллионера и срочно себе ищу жениха. Что там творилось, если бы вы только видели. Наденька, да это случайно получилось на рынке. Ну, понимаешь, запала мне мысль выдать тебя за Долгобродова. За этого алчного эгоиста? Нет, спасибо. Ему же мои миллионы нужны, а их нет. Я ей говорил, пусть выходит за Волкова. А об этом мне вообще не напоминайте. Да как вам такое вообще в голову пришло? Ну, всю деревню на уши подняли, чтобы меня замуж выдать. Я, пожалуй, еду домой. Наденька! И даже не отговаривайте. Студент, а ты куда? Уезжай. Как это? Стремно у вас там. То эти бандиты, то население. А ты знаешь что? Ты прав, студент. Ты прав, я тоже уезжаю. И чем быстрее, тем лучше. Так, слушай, конечно. А где моя сумка? Ты ее не... Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Здорово! Присаживайся. Ну, ты гений. Не, ну замутить. Золотую невесту. Это ж маза. Но ты не все продумал. О, а вот мы зато все продумали. Короче, мы с ЗАГСом договорились, так что ради тебя 1 января откроют. Давай собирайся. Сначала в Загорьевск заедем, потом в Москву. Ага. Как в Москву? Зачем? Не вдупляешь? Нет. У нас поживешь. А вот когда она наследство получит, ты с нами рассчитаешься, вот тогда ты свободен, как птица в небе. Подождите, ребят. А вы понимаете, что вы сейчас делаете? Что это статья, по-любому? Да. Это даже три статьи. Шантаж, вымогательство и
насильно заставляете меня куда-то перемещаться. Это срок. Ну-ка. От 3 до 8. Серьезно? Так вы же с нами добровольно поедете, да? Ну, но рискните, сделайте милость. А то ведь мы вас закопаем на малой родине. В снегах. Короче, позвонишь ей? Позвонишь? Ну, позвонишь. Пригласишь погулять. Ну, там, на утренней зорьке. Понял? Да понял я, понял. Не, подождите, а если она откажется, я что тогда делать буду? А это уже твои проблемы, Вов. Ну, примени свое обаяние, ты же звезда. Твоя? Алло, алло, Надюш, это я. Не клади трубку, пожалуйста, нам надо с тобой поговорить. Нам нечем с тобой разговаривать, Володь, я еду в Москву. А когда? На первом автобусе. Ну, ребят, я не смогу пригласить ее на свидание. Она утренним автобусом, первым же рейсом уезжает отсюда. Зарядка от телефона есть? Есть. Им всем угрожает опасность. Слышишь, всем? Кому? Я тебе покажу сейчас. Вот, смотри. Смотри давай. Вот, смотри. А вот когда она наследство получит, ты с нами рассчитаешься, вот тогда ты свободен, как птица в небе. Понимаешь, что вы сейчас делаете? Что это? Это шутка. По-любому. Какая шутка? Это шутка. Какая шутка? Женя, они же отморозки. Они автобус остановят и вытащат оттуда Надю. Понимаешь? Что ты сидишь? Что ты сидишь? Надо что-то делать. Ну что ты сидишь? Давай, давай, так, дружка, Света, делай. Света, успокойся. Вперед, за полицией. Я попробую ее перехватить. А? Ваня! Ау! Иди сюда. А? Есть чем тяжелое? Ну, найдем. Очень хорошо. А че? На бандитов пойдем. Че? 3 дня выходных. Евгений Александрович. Здесь оказался. Да мы убегаем. А? Давай залазь. Выпейте меня. Легче, ребят, ну. Володя, что происходит? Тихо, не усугубляй. Будешь хорошо себя вести, для тебя кончится все быстро. Какой же ты гад, Долгобродов. Да я. Что вы хотите? Короче, расклад такой. Пацанчик снимает на видео всю церемонию бракосочетания. Ну, типа, что все по обоюдному согласию. И не дай бог тебе, девочка, рыпнуться. Поняла? Да, отлично придумано. Только маленькая неувязочка. Я не вдова Мухина и вообще ни разу замужем не была. Хотите, паспорт покажу? А, смотри, ушлая какая. Это не важно. В крайнем случае мы заберем твою московскую квартиру. Тихо. Ты не дрыгайся, а то не доедешь. Вон речка рядом. Ну, показывай, что у тебя там. Хорошо, что спросил. Вань, ты больной? Евгений Александрович, ты сказал, что им взять? Я взял. Мы на уголовников идем. Я их задержу. Давай убирай свою помойку, торопись. А, мужик, ну устал, что ты? А это что у тебя такое? А это? Да, хорошо, что спросил. Парлан, ты чё? Я туда! Давай! Надюша, Надя, куда вы? Осторожно!
Работай! Ты как? Нормально? Володенька! Живой! Снимаю. О, повели. Тише. Так, сейчас, секунду, подожди. Дорогие телезрители, сегодняшний сенсационный репортаж мы ведем из Егорьевского района Загорьевского шоссе. Сегодня наша съемочная группа была похищена преступниками. Бандиты требовали выкуп и угрожали оружием. Все могло бы закончиться очень плачевно, если бы не вовремя подоспевшая группа спасения. Александр, минимум 5 выходных. Ваня, ровно 3. Минимум 5. Ваня, без разговоров. Минимум. Замерзла? Давай принесу плед. Нет, я не замерзла. Я просто немножко испугалась. Поеду домой, в Москву отойду. Надь, какая Москва? Ты что? В машину греться быстро! Не трогай меня. Да что случилось-то? Почему ты вообще встречала Новый год с этим Долгобродовым? А почему ты меня обманул? В смысле? Ты думал, я не узнаю, что ты платье выкупил? Как ты мог вообще со мной так поступить? Я теперь должна тебе денег? Ты из-за этого? А что, этого мало? Надь, я когда тебя первый раз увидел на дороге, помнишь, я, ты, ржавый автомобиль. Ну, тебе покажется смешным, но я сразу подумал, что ты мой человек. И мне захотелось сделать тебе приятное. Ты так храбро бросилась на бандитов, как, ну, как рысь. Как рысь. Больше так не делай. Почему? Потому что мне нужна здоровая жена. Что? Так, так, так. Школа или аспирантура? Ну, конечно, я остаюсь с вами. Горько! 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 Ну и где тут у вас золотая невеста? Чего Светка все звонила? Да поздно ты подъехал, Гриша! Нет уже золотой невесты! Есть золотая жена!